Сегодня холоднее, чем вчера. Я иду по улице, у меня дрожит века. То ли меня глючит в просоне, то ли с каждым годом я и вправду становлюсь ниже. Старик на остановке сказал мне, глядя в глаза, что я не похож на нормального человека. Я ответил ему, что это лучший комплимент, который я когда-либо слышал. Этот город настолько маленький, что мы обязательно столкнемся в нем снова. Не знаю, через сколько месяцев и в каком из баров, но я в это верю. Ты подойдешь, поздороваешься и скажешь: кажется, ты взволнован. А я отвечу, роняя пепел: ничего подобного, просто у меня синдром Аспергера. Если ты сразу не развернешься и не уйдешь, у меня начнутся адские боли. Но есть вероятность, что ты останешься и будешь говорить о чем-то неважном. Не сверли меня взглядом, не ставь мне в упрек, что я конченый меланхолик. Тотальное равнодушие ко всему. Это действительно страшно. Выходя из дома, не смотри по сторонам, потому что ты можешь узнать кого-то из прохожих. Научись каждый день заканчивать пьяным хлам, быть смешнее, умнее, надевать другую кожу. Научись быть готовым к подмене понятий. На слова любви отвечай как можно более грубо. А если люди что-то умеют по-настоящему, так это быть чужими друг другу. Прости меня, пожалуйста, я ведь и вправду люблю тебя по-настоящему. Но каждое мое движение лишено смысла, мы плывем по течению. Когда мы разобьемся о камни, вместо сердец из нас достанут черные ящики. Я не знаю, останется ли там запись, как я прошу у тебя прощения. Прости меня, пожалуйста, я ведь и вправду не знаю, чем это кончится. Я стал мебелью в этой комнате, хотя так хотел стать солдатом. Желание не потерять хотя бы тебя, это единственное, что еще во мне корчится. Но по дисциплине искусства отсутствия я уже получил зачет автоматом. Этот город настолько маленький, что вскоре здесь не будет для меня места. Я перестал различать лица в толпе, это кажется хороший признак, не так ли? Я уже не пытаюсь барахтаться, я умею лишь одно — быть собой честным. Включите свет, убейте актеров, остановите этот проклятый спектакль. Выходя из дома, не смотри по сторонам, потому что ты можешь узнать кого-то из прохожих. Научись каждый день заканчивать пьяным хлам, быть смешнее, умнее, надевать другую кожу. Научись быть готовым к подмене понятий. На слова любви отвечай как можно более грубо. Если люди что-то умеют по-настоящему, так это быть чужими друг другу.